Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и да, вы все прекрасно поняли, сегодня мы будем какать людям на голову с 20 этажа. Ну, не с 20, тут на самом деле немного пониже, но все же это не играет никакой роли. Я согласен, то, что игра странная, но вы хоть раз видели нормальный ролик у меня на канале? Я на самом деле сомневаюсь. Поэтому, если ты хочешь больше вот таких игр, помимо Майнкрафта, чтобы мы просто больше разбавили вот эту всю обстановку, ставь огромнейший лайкусик прямо сейчас на этот ролик, и давайте наберем хотя бы 20 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет следующая часть вот этой какашечной игры. А сейчас я вам быстренько объясню, что нужно делать. У нас есть 6 жизней и 0 денег, то есть 0 баксов. И у нас тут есть всякие миссии, которые нам нужно выполнить. Набрать счет 20 тысяч, сделать 10 всяких комбо пупа взрывов, найти 3 туалетных бумаг и разрушить 5 чьих-то ужинов. И также подо мной в этом видите то, что есть всякие секретики, которые нам нужно выполнить. А вот эта вся еда усовершенствует твой какашечный взрыв. Я пока вам не буду ничего рассказывать, давайте мы в первую очередь пойдем и накакаем кому-то на голову. А перед просмотром этого ролика я быстренько посоветую тебе прикольную игру на телефон. Если тебе нечем заняться, просто хочется скоротать время на переменах, в очереди в столовке, то ничего страшного, игра Elastic Car 2 специально для тебя. Нереально большой выбор машин, лютая кастомизация транспорта, что самое главное, там можно даже открыть свой бизнес прямо в игре. Плавный геймплей и обычное наслаждение от казуальной гонки на телефоне. Я уверен, что тебе понравится. Главное скачать и попробовать. Ссылочка на эту игру будет в описании. Переходи и скачивай. О! Странная игра, странная игра. Хорошо, нам нужно выпустить свою какашонцию, когда полосочка будет на максимум. Опа! Полетело говно наружу! Так, хорошо. Да, как сложно, слушайте, я думал то, что это попроще будет. Так, ну комбо на самом деле у меня пока какое-то, ну слишком маленькое, слишком маленькое. Кого я фонтан тащу, успокойтесь, музыканты, ё... А, да. Ну комбо у меня есть, я какую-то миссию выполнил, комбо у меня есть, X10. Но очень плохо то, что... Я почти ничего не делал. У меня есть 1 бакс и 5 жизней. Что я могу сделать за 1 бакс? Двойной прыжок, быстрее скорость. Давайте мы быстрее скорость возьмем передвижение нашей какашонцы. Так, он что-то сожрал. Хорошо, нам нужно добить 20 тысяч очков нашего счетчика какашечного. Вы готовы? А давайте мы, может, упадем на какую-то машину. Возможно, я смогу какую-то аварию. А, я неправильно все сделал, авария! Не, не, твою мать, я... Да, вообще в жопу. Там была задача уничтожить 5 ужинов. Где я смогу эти 5 ужинов найти? Да как? Слушай, я думал то, что это полегче будет. А какие 5 ужинов? Я, если тут только 4, я не могу ничего купить. О, тут чили есть! Ну чили, перцу нужно перец попробовать. Ну ладно, у нас пока денег нет. Нам нужно уничтожить 5 чьих-то ужинов и упасть на какую-то машину. Я хочу упасть на машину, чтобы просто... Авария! Всех, всех накрыло! Ё-ё-ё, смотрите, как... Куда, пацаны, куда вы бежите? Куда вы бежите? Это... 20 тысяч счетчика, 20 тысяч счетчика! Так, прекрасно. 5 ужинов, ну 5 ужинов я уже ничьи не смогу уничтожить. Да что так сложно, а? Где тут 5 ужинов не могу найти? Где тут 5 чьих-то ужинов нужно уничтожить, чтобы засчитала мне ачивку? Если я вижу только 4. Большая длительность какашки. Вот это нужно купить, что мы шавуху захавали. Шавуху! Ладно, куда мы можем прыгнуть? На автобус мы можем прыгнуть. Так как? Как? А-ха-ха! Ну шо, пацантре? О, я уничтожил! Да! Туалетная бумага! А как мне ее? Как мне ее забрать? Может там. А, там двойной прыжок нужно купить. Да? А может тут есть что-то какое-то секретное? Да, еще одна туалетная бумага. Нормально, так хорошо. Ачивки мы выполнили, слушайте. Только как мне вот ту туалетную бумагу? Опа! Секрет!
Я даже не знал, что тут можно что-то обрушить. Смотрите, как мы с вами прекрасно справляемся. У меня есть один бакс, две жизни, и мне нужно выполнить еще две ачивки. Мне нужно найти две туалетных бумаги. Я знаю, где одна. А может, двойной прыжок? Хайер джамп. Или дабл джамп. Давайте дабл джамп. Резиночку закалываем. Куда бы шандарахнуть? На машину опять шандарахнем! Ха-ха-ха! Машина всех задавит! Всех за... Мюзич, кого что я уничтожил? Ебой, ебой! Я еще одну туалетную бумагу дошел! Так, а может с этой фигней можно что-то сделать? Как-то... Нет, никак нельзя. Смотрите, больше ни машины нету, ничего не... Птички! Птички! Где... Еще одна туалетная бумага, вот там сверху, видите? Вот там. Как мне ее достать? Так, ща прыгнем, я хочу... Фаунтикри, какой я секрет нашел, я ничего не находил. Так как? Как? Да шо ж это, как сложно? Ага, вот так. Ебой, еще одна туалетная бумага, я все нашел! Как-то я слишком быстро справился. Еще какой-то секрет. Ребята, я даже ничего не делаю, я просто тут бегаю, у меня секретики открываются. И какашка взорвалась. Ладно. Это была последняя жизнь. Я как-то все быстро сделал. Я все 4 миссии выполнил. Финиш. Ладно, давайте закончим. Мы, конечно, еще не нашли вот эти 4 секретика, зато мы выполнили все миссии. Может, там у нас следующий уровень откроется? У меня счетчик 64 тысячи. Да, следующий уровень! Какашка на пляже! Смотрите, как прекрасно. Как прекрасно. Я в отеле. Где-то в Турции. Какашка. Я вижу какашку. Еще одна какашка вот там наверху, я вижу. Еще одна какашка. Я знаю, где все какашки. Ладно, диджеи всякие. Сейчас мы вам... Устроим, мать вашу! Конец света какашечный. Так, хорошо, куда мне нужно попасть? Давайте мы сначала... Хотя фиг его знает. Давайте мы подпрыгнем на вот этой фигне. Я надеюсь, что тут можно подпрыгнуть. Дайв-бомб! Ну шо, у кого тут дискотека по сантре? Раздвинули ляжки какашки! Диджей, так, диджей, все хорошо, хватит тут, диджеюшка наш, хватит. Кто? Да как тебя? Опа! На гироскутере своем проклятом. За диджеем этих чубзилетов! На голову! Опа! Шо, пасантре, шо? Так, хорошо, вот тут есть одна туалетная бумага. Мне кажется, то, что... Как ее достать? Ебой, эта туалетная бумага есть! Плохо, это все очень плохо. Ладно, вот там есть одна туалетная бумага. Па-па-па-па-па-па-па-па-па! Кто тут гимнастикой занимается? Кто тут пресс, ёпты, качает? Так, да, в джакузи, какашонцы, я в джакузи. Как мне туда запрыгнуть? Опа! Два секрета, и последний секрет у нас вот там. Сейчас все будет по сантре. Да почему ты взрываешься? Пожалуйста, я знаю то, что вот тут. Да как? Ладно, давайте, опа. И внутрь. Бам! Я знал то, что тут будет секретик 100%. Слушайте, качки, ты что тут напердела, да? Напердела. Па-па! Мне кажется, вот тут нужно купить какашечную бомбу. Тут есть какашечная бомба, которую можно взорвать, будет посередине вот этих всех диджеев. Да, счетчик у меня на самом деле очень плохой. Но мне хотя бы нужно собрать... А, я открыл даже последний уровень. Может, мы последний сейчас пройдем? Или все же пройдем... Ну, нет, давайте последний. Кто не знал, есть еще одна часть этой игры, поэтому кто хочет продолжение, ты знаешь, что делать. Парк аттракционов.
Ой-ой, а, кстати, я тут же смогу какую-то аварию сделать. Вот эти американские горки, которые катаются, я смогу на них упасть и... Прекрасно, просто прекрасно. Хорошо, где я нахожусь? Где я нахожусь? Давай какать, 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 какать. Не, это слишком сложно будет. Ааа! Динозавр, ёпты, ёпты! Па-па-па-па, кто тут опять танцует, танцует, танцует? Нет, это какая-то слишком огромная миссия на самом деле. Да почему так сложно, ты ёпты? Ну, ну да, тут есть миссия, которая прям так и называется, то что... Я сразу попал, смотри! У меня тут прямо апокалипсис какой-то наступил. Я мало того, то, что американские горки одной какашкой снес, так я еще плюс к этому всему кольцо вот это обозрение снес. Ладно, longer poop duration, где вот это? Шавуху сейчас захаваем. И давай. Так, я не попал в этот раз! Ладно. Чувак. Кто тут у нас тут? Кто тут? Я вот даже вот тут еще не был. Детишки, туалетная бумага! Как я эту... Ебой, ебой, ебой. Одна туалетная бумага у меня есть. Как... Этого чубзилета такая... Опа! Что ты там мамке плачешь? Что ты там мамке плачешь? Хорошо, что у меня тут еще есть? Но я не знаю, как мне счетчик 20 тысяч набрать. Это слишком жестоко. Ладно. Да я... Па! Тебе на! Кто там еще? Тебе на! А как мне сделать 20 вот этой фигни? Это нереально. Да куда вы убегаете? Постойте! Почему все убегают? А, я не смогу 20 комбо сделать. Последние секунды жизни какашки. 14. 12, 12, 11. А, кстати, может я... Закончить. Ах, всего лишь 3-4 тысячи. Ну, понятно, что это слишком хардкорный уровень, потому что последний уровень, ну, чересчур какой-то сложный парк аттракционов. Ребят, мне кажется, что на этом можно закончить. Я тебя еще раз прошу. Если хочешь продолжение, если хочешь больше вот таких наркоманских игр, то ставь огромный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И давайте, ребят, мы наберем 20 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение и следующая часть вот этой игры, если ты, конечно, хочешь. Мне будет очень приятно, если ты подпишешься на канал прямо сейчас. А кто уже подписан, нажми, пожалуйста, на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые ролики. Ребятульки, спасибо вам всем огромное за просмотр. Какайте хорошо. Всем удачи и всем пока.